Джека, свободный движок вывода веб-страниц, браузеров Mozilla Firefox, Netscape и других. Старые названия – Raptor и Hangout. Главная концепция Джека заключается в поддержке открытых стандартов интернета, таких как HTML, CSS, W3C, DOM, XML1.0 и JavaScript. Другая концепция – кроссплатформенность. На сегодняшний день Джека работает на операционных системах GNU, Mac OS X, FreeBSD, Microsoft Windows и Android, а также на Solaris, HP UX, AIX, RX OS 2, OpenMS, BIOS, Amiga и других. Джека имеет поддержку XUL, созданного специально для него XML языка описания пользовательского интерфейса. На XUL написаны все основные продукты семейства Mozilla, поддерживаемые стандарты XHTML1.1, HTML4.0, CSS2.1, XML1.0, JavaScript1.8.5. DOM 1.2, Unicode, SVG, MATML, RDF, HTTP, FTP, SSL, OGI, компоненты, входящие в состав движка, синтаксический анализатор для HTML и XML, движок для верстки с моделью контента, стилевая система, интерпретатор JavaScript, графическая библиотека, сетевая библиотека, набор виджетов и библиотек для визуализации графики, специфичных для платформы, библиотека для управления предпочтениями пользователей. Mozilla Plugin API, используемый для поддержки интерфейса плагинов для браузера Navigator, Open Java интерфейс с поддержкой виртуальной машины Java компании Sun, внутренний интерфейс инфраструктуры описания ресурсов, библиотека для отображения шрифтов, библиотека средств защиты. Критика: на Windows и подобных платформах Джека зависит от несвободных компиляторов. В связи с этим FOSS дистрибутивы Linux не могут включать в себя пакет Джека, используемый в уровне совместимости Windows Win.